Я всех приветствую. В эфире «Майс из шатра». Однажды на пенсию уходил один очень знаменитый и талантливый учитель. И на это торжественное событие собралась куча народу. Там были ученики, которые учатся сейчас, которые вот только выпустились. Ну и пришли те люди, которые выпускались многие года до этого. И собралась уйма народа, совершенно разного. Там были и учителя тоже, и бизнесмены, и ученые, и милиционеры, военные, и обычные люди. И перед его приветственной речью к нему подошли и спросили: «Скажите, а вы вот гордитесь какими-то своими успешными учениками? И наоборот, стыдитесь ли тех учеников, которые что-то сделали неправильно, либо чего-то не достигли?» Он посмотрел на всех внимательно и ответил: «Вы знаете, я не горжусь и не стыжусь. Я либо радуюсь за людей, либо огорчаюсь. Почему? А потому что каждый научился тому, чему он хотел научиться в действительности и чему он действительно учился. Поэтому не стойте на месте и учитесь правильным вещам. Всем пока!»